Министерство труда и социального развития Краснодарского края обнародовало приказ об установлении величины прожиточного минимума в регионе на третий квартал 2018 года. Средний показатель в расчете на душу населения составил 10 200 рублей. Для трудоспособного населения 11 000, для пенсионеров 8 400 рублей, а для детей 9 800 рублей. Показатель рассчитан на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю Республики Адыгея об уровне потребительских цен на продукты питания и индексах потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги расходов по обязательным платежам и сборам. Олеся Давыдова, Виталий Кущ, 39 канал.